Полицейские Казани задержали подозреваемую в так называемом подломе денег. За три дня со 2 по 4 апреля в полицию поступило три заявления о мошенничестве с практически идентичным описанием способа обмана. Обманутые сотрудники торговых точек. Они рассказали, что покупательница, молодая женщина, на кассе расплачивалась 5000-й купюрой. Описание женщины было во всех случаях схожим. После этого под предлогом того, что нашлись менее крупные деньги, забирала купюру обратно. Отвлекая продавца разговором, еще какое-то время брала сдачу якобы с ранее отданных 5000 рублей и уходила. В конце рабочего дня выявлялась недостача в кассе. В общем, сумма причиненного материального ущерба составила более 21 тысячи рублей. Задержанная оказалась 27-летняя жительница Самарской области. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Свою вину подозреваемая полностью признала и обязалась возместить причиненный материальный ущерб.